Всем привет! Сегодня я покажу, что я купила в магазине Fix Price. Вот, для дочки купила вот такие наряды. Все по 39 у нас сейчас там. Будем сейчас кукол одевать. Там в каждом туфельке вот есть разных цветов. Желтенькие, коричневые, розовые, серые. Вот все разные. Еще купила вот такую упаковочку Кузи. Где-то Кузю носила. А вот. Вот такие игрушки там попадаются. Акция идет. У меня у подружки попалась целых две сразу с сердечком и вот с коробочкой, но они такие какие-то как резиновые игрушки в мешочке лежат. Такая вот акция у них сейчас идет. Еще купила имбирь, нравится мне с хлебом, и вот рыбий жир вот этот с валерьяном и пустырником, и вот этот такой обычный. Дочь у меня отказалась пить. Это еще был. Куда ты убрала? Того. Вот это вот. Вот. Это? Еще вот это я себе купила вторую баночку. Будем принимать. И вот соль. Соль зимушка, да. Еще вон купила. Но это уже вот тоже опять под воздействием интернета купила. Дегтярное мыло. Ну, запах идет то же самое, что и сандаловое масло. Вот оно вот какое-то идет, как запах черной жвачки. Это вот. Чем-то мне напоминает. Вот для старшей купила тук в печенье и халву Тимошку. Тимоша. Тоже давно не ели мы халву. К чаю взяла. Вот. Спасибо за внимание. До свидания. И покупки.